тебя вижу. Ребята, всем привет еще раз. Кого знаю лично, кого только чуть-чуть, все. Вы просто фантастика, друзья. Вас столько много. Я вчера стоял, смотрел на брифинге. Ну, конца, края не было людей, которые вот слушали. Это фантастика. Спасибо, что вы доверились. Спасибо, что вы здесь. Вас ожидает поистине фантастическое приключение. Я это испытал, мне понравилось, друзья. Надеюсь, и вам тоже. Всего все на месте, все на своих постах. Смотрите за Маркс, за разметкой. Не потеряйтесь. Три минуты до старта. Гимн старта! Оу! Так, ну что, минута до старта, все готовы! Как-то не готовы совсем. Дорогие болельщики, вы готовы? Да. Вот это я понимаю. Давайте камеры на старт. И буквально несколько секунд. Освобождаем ставку, они, потому что буквально через вот-вот мы начнем. 4, 3, 2, 1! Привет. Привет. Как настроение? Отлично. Сколько бежать собираешься? 50. О, удачи тебе. Что ты пожелаешь тем, кто у нас бежит 50 человек? Терпение в конце, после 40 километров. У них будет дебют сегодня. Да, надо терпеть. Да? Терпеть все. Все болевые ощущения, все неприятные. А. И все, так все будет хорошо. Ну, отлично, удачи тебе. Спасибо. Любимые. Какие люди ходят, а? Здорово! Здорово, Саня, чё не улыбаешься? Вы положились, нет? Ай? Положились? Конечно, а как же? Положились. Как настроение? Сыкую я чё-то, сыкуешь, как настроение. Да? Ну, а куда деваться? Пробегу. Ну, в марафон уж и бегал. Марафоны бегал, а? Я тут уже с опытной бегуньей общался. Я говорю, что пожелаешь ребятам, которые дебютируют? Она говорит, терпеть боли. С кем ты общался? Катя Швец, знаешь такое? Да, знаю, конечно. Вот, она вон там где-то. Вон она стоит, может, поздороваться с ней. Вот, 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 прямо по курсу. 50. 50. Да. Не бегал, ты бегал. Ну и как? Смотри, что мы там.
пацаны, давайте клич какой-нибудь. Какой? Ну вот это там. Митина, Митина. Давай. Митино! Митино! А где? Сань, ты прям красивый такой весь. А вы что, не вместе? Да не, они сейчас придут. Они, наверное, там скидывают лишний груз. Молодец, Валентин. Встал с утра и делаешь такое. А у меня выбора не было. То все как зашумело в 4 утра и все. Садишки. Потом в конце же соберемся, да, Валентин? Обязательно. Ну, вас всех. Встал? Катя, удачи. Что, на полтинник решили? Так, халявно сегодня. Жаль, знали. Впереди нас. Давайте, скажите что-нибудь перед стартом. Есть что-нибудь сказать? Что такое состояние, что... Вообще, да? Эмоции. Ну, круто. Мы потом скажем свои ощущения. Мы будем встречать. Вот сейчас соточников проводили. Соточников, говорю, проводили. Теперь вас будем всех добивать. Побежали, еще 50 километров бежать. Что так несетесь, ребята? Удачи! Удачи! Бегом, бегом! Удачи! Удачи! Молодцы! Вот это как в нормальном ритме. Что, все уже? Нет? Да, нет? Наверное, все. Я взял шоколад. Давай. Вот у меня здесь 4 с собой. Это еще.
конечно. Так и побежим, а конечно. Штуки. Я только ради этого бегаю. С ней побежишь? А мы Триколор ТВ взяли. А, да. Да. У меня такая же была, но у меня отжали. Ты одну дудку, оставь отжали. Заначку. Как одну? У меня четыре. Да она растает, давай, вы что, прикалываетесь? А, да, она же растает. Она растает у вас. Да, ты ее будешь вот туда. Съедайте. А, нет. Где у меня? Вот она бежит, 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 кто? Бежит, Рома? Бежит, 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 бежит. Ты мимо не пробегай. Вот она, кто, Рома? Да, слушай, что лучше. А я хочу. Мы еще будем только до финиша идти. Есть камера хранения? Да вот, да, вот Валя, рядом с тобой сказал. Я читала, что Валек мне говорит, что у меня не будет. Валя? Я сказал, что буду, но не успею. Ты слишком быстро прибежал. Всем привет! Значит, всем мы привет! Мы ждем очередной прямой репортаж. Друг друга привет, снимаете? Привет! Идем прямой репортаж из Суздали. Прямой? Из Суздали. Из Суздаля. Из Суздаля. Ля-ля. Ля-ля. Вот, а, из Суздали. Ну, кто как побежит? Кто 30, кто 10, кто даже может... А кто ни хера не побежит? А кто ни хера не побежит? Вот он. Лавочки есть? Но зато он будет нас поддерживать. Вот, значит, все готовы? Все готовы? Все готовы? Все готовы? Да! Да! Козёхин оставил хороший вискарь Ревину и Вовке, чтобы они на финише его распили. Какой-то коллекционный. Ну, ты там с кем, говорит, поедешь, передай привет. Говорит, да, да, да. А где Рома? Дима. Рома? Он уже на старте. А я напоминаю, что Дима, который обещал пробежать юбки, какие вы красивые. Юбки, а вас одинаковые? Нет. Да, а посмотри, да. Да. Это вам... картон пакет, да. Вот такие. Да. О, крутые. Давайте покричите что-нибудь на камеру. О, отлично. Что-то не дружно. Давайте еще. 3-4. Совсем прям. Что, не ели с утра, что ли? Митина! Митина! Это офигительно! Отлично! А мы вас забыли! Эх, вы! Я, конечно, всем желаю удачи, но так круто не бегать. Попробуйте, вам понравится. А вот тут будут медальки выжигать. А у вас еще Дэн Антон, да? С нами тоже. А, пойдем. Давайте. Эй! О, отлично. Дорогой ведущий, подойди, пожалуйста, к сцене. Организатор переводчики. Так, друзья, остается несколько минут. Пожалуйста, занимайте стартовую позицию, потому что вот-вот мы дадим оглушительный бабах. Бегом, бегом. Дима, ты собираешься тут когда-нибудь больше десятки побежать? Я в этом году собирался 50 бежать. А что так? А в следующем? Не собрался. А в следующем? Посмотрим. Может быть. Если буду, сейчас на московском марафоне куплю слот на следующий год. Нет, у меня уже на десятку есть. На следующий год? Нет, на марафон. А, там десятка, мне десятка есть. Ну, я говорю, там будут продавать на Суздале, ты там купишь еще. Ну, Люба скажет. Да. Дима, так, два номера осталось. Буквально нет. Сейчас он опять наверное. Я бы сейчас
Много народу, поэтому делили. Как вас много, а? Удачи всем! Рома, удачи! Вы все контролируете. Спасибо. Спасибо еще раз. Молодцы, поздравляю вас. Спасибо большое. Вместе, да? Кадр вместе. Блин, нет, тень, развернуться немножко. Тень. На солнце да, развернуться надо. Да просто счастье переполняет, что вот столько много людей. Вчера просто море людей здесь стояло. Уже две дистанции отправили, скоро 30. Все интересно, все очень увлекательно. Вы что, будете в поле оставлять? А можно я на вас задам вопрос? Сколько вообще заявилось в этом году участников? Снова Суздаль, снова здесь. С какими же результатами? Вот, у нас в этом году был лимит 2500 человек, на старт вышло немножко меньше, 2688 заявилось и 300 детей, ну почти по 3000. Вот. Сейчас вот у нас стартовало где-то вот, 390 на Т100 и под 700 человек на Т50. Порядка 1100 бежит 30 километров, 30 и 560 человек бежит 10 километров. Поэтому вот где-то мы будем очень близко, 2500, только взрослых, с детьми будет. Ну вот в этом году, да, мне казалось, что в том году бежали 10 километров большинство. Вот или нет, как-то? Нет, вот, нет, как цифры варьируются в этом у нас году? Всегда лидируют 30 километров. Это атлеты, которые собираются бежать, готовят себя к более крупным дистанциям и используют 30 километров как тренировочный старт, часть больше всего. Это что вы поняли, что я создал проект для того, чтобы показать мир трейл-раннинга, в него войти, а дальше уже ездить по России, в мире, на более крупной дистанции. Просто мы двигаем идею трейл-раннинга в общество, скажем так. По идее, философии длительного бега, потому что это такая своеобразная среда, где вот ты можешь побыть на с собой, очень много мыслей, это сравни медитации, это такая даже духовная практика. Но я так считаю, на длинные задачи. А вот это вот 50-30 лет. Да, это уникально, да, благодаря владельцам, вот здесь несколько земель, нам удалось сделать трассу Т100 одним кругом, сертифицировать для Международной ассоциации трейл-раннеров. Это уникально, потому что у нас в
тысячи километров в этом радиусе от Москвы и от Петербурга. Таких дистанций нет, все бегают маленькие дистанции. Вот. А здесь неповторяющийся ландшафт, дикие места, животные. Вот я сам бегаю, там из-под ног выпрыгивают маленькие оленята. Ну, фантастика, бежишь со мной, нет связи, ты чувствуешь себя свободным человеком. Это фантастическое ощущение. А и мы там немножко в конце, на 50-30 километров, небольшой крючочек в лесу сделали, построили понтонную переправу через Неры. Ну там очень красиво тоже, чтобы разнообразить дистанцию, не просто легкие бежать по проселочной дороге, чтобы это было интересно. Да, в том году, помните, ремонтировали мост специально, так сказать, к вашему вообще приезду, к приезду спортсменов. В этом году какие-то такие были действия? Да, мы взяли себе шествие небольшое, отремонтировали несколько комнат в детском доме номер 3, коррекционном Суздальском. И вот будем еще один мост ремонтировать в конце года. Ну, что за новость нас ждет? Ну, хотя бы чуть-чуть тайну приоткроете. Я скажу, что это будет нечто. У нас проводятся международные здесь соревнования. Нет, они и так международные. У нас в этом году 30 стран. Но 30 лет. Даже не смотрю, что все очень в таком темпе. Но новость сильно будет 30. Я вас уверяю. Просто все об этом. Хорошо, в этом году откуда участники? Откуда там? Ой, 30 стран. По 30 городов из России. Вот я вдохнул, знаете, ароматки. Давай, Митина! Так, друзья, давай. Есть гречка с мясом, с тушенкой традиционная, а есть гречка с изюмом. Давай, как Дима, красавчик, жги, давай. После десятки так-то, то здесь вас встречает уже гречка. Или побежали тоже. Гречка. Так, друзья, у нас продолжаются финиши. Даш, похвастайся медалькой. Похвастайся, говорю. Как ты, счастлива? Тяжело было? Очень счастлива. Очень тяжело. Буду еще бегать. Молодец. Да, спасибо. Давайте, ребята, молодцы! Молодцы, туда. Молодцы, дай пять. Давайте, чуток осталось. Очень туда. Точно. Смотри, вот ленточка. Нет, я смотрю, где прикольно. Правильно? Да, может. Молодец! Дай пять, пить хочешь? Вода! Терпим. Водичка нужна? Она нужна? Красавица, попей воды. Да. Как самочувствие? Отлично. Нас радует. Хорошо. Вот она. Сейчас побегу. Дай пять, зарядись. Молодцы, ребята. Опа. Молодцы! Никита, вон он. Никита, давай! Молодец! Давай, держи! Красавчик! Давай, держись! 7 километров осталось. 7. 7 километров. 7 еще. Сейчас такая есть.
Красавцы! Хорошо улыбаетесь! Ребята, молодцы, держитесь! Дай пять, дай пять! Зарядись! Только! О! Вернулась? Нормально? Нормально! Давай пять! Вода нужна! Молодец, отличный темп! Марина, молодец, давай, держись! Там лица? Вот. Там... Девчонки, молодцы, давайте пять, заряжу, заряжу вас. Давай, Селкина, давай! Молодцы, хорошо держитесь, 7 километров осталось. Давай. Давай, молодцы! Свет. Давай! Молодцы! Дай пять! Вода нужна! Давайте, удачи! Удачи, ребята! Давай! Жора же смог! Дай пять! Молодцы, ребята! Держимся! Там подстава, парни. Вот напаем сейчас. Сейчас у нас будет подстава. Ну да. Там кончилось. Ребята, пейте, давайте, заряжайтесь. Пейте. Молодцы, ребята. Удачи. Удачи вам всем. Пожалуйста. Ребята, держитесь. Воды чуть-чуть осталось совсем. Спасибо. Совсем немного осталось воды. Спасибо. Вот последняя бутылка осталась. По-братски. Сейчас за водой поехали. Вот что, стакан держу. О, ребята! Давай, родной! Идите за водой! Спасибо! Чего, дырянь? Миша, родной! Давайте, удачи вам! Как самочувствие? О, отлично! Молодцы! 7 километров осталось! Не дырянь стакан, оставь его нам! Еще, каждый! Пожалуйста! О, спасибо! Воду беру! Держитесь, ребят! Стаканчик снега! У нас все, вот последнее осталось! А вот девочки оставьте! Спасибо. Нет, вот. Давай возьмем. Наши бегут. Молодцы! Вот там Настя с ними. Бутылочку на всех. Молодцы, держитесь. Последняя осталась. Последняя. Давайте, удачи. Подходим сюда. Надо еще один. Держитесь, девчонки, вода кому нужна. За водой подходите. Спасибо. Пожалуйста, удачи. Спасибо. Пожалуйста, удачи. Какие-то уже это на пол опустошили. Спасибо большое. Да, есть, ребят. Спасибо. Давай, удачи. Вода питьевая, да? Да, удачи. Держите кому воду. Пожалуйста. По бутылкам, да, даем, а стаканы нет. Да, уже не надо стаканы. Спасибо. Пожалуйста, удачи вам. Спасибо. 7 километров осталось. Удачи. Ребята, держитесь. Вот флаг, вот чисто, и все. Да, можно. Даже знаешь, там кто уже закончил. Давайте, да. Спасибо. Пожалуйста. Можно тоже? Да, конечно.
заливайте. Вот в России я занят. У меня большая. Рома, давай держись. Заливай в рюкзаки. Давай. Кому водопой? Долить могу в... воды попить. Блин, можно мне немножко на руку, сюда? Ром. Иди водички возьми. Надо? Держись, давай, удачи тебе. 7 километров осталось. 50. Пей. Кому воду? Только оставляйте здесь. Только отдавайте обратно. Там мы... Люб. Еще воду? Люба, да. Привет. Да. Держитесь, девчонки. Воды нигде нет. С собой. Это вам с собой забирайте. С собой забирайте, пожалуйста. Не пьем, мы идем 50 километров. Давай, удачи. Удачи, держись. Люб, 7 километров осталось. Бутылку забрала. Надо прямо, он будет сейчас туда и сюда ездить. Ну, придется. Да, вода. Ой, холодненькая какая. Держитесь, а ребятки. Мне можно давай. Как себя чувствуешь? Плохо? Не поедешь? Тяжело? Пожалуйста, ребят, удачи вам. Удачи всем. Спасибо. Удачи. Сейчас еще у нас будет звонок ехать. Вот Дима сейчас уехал, сейчас еще привезет. Держитесь, ребятки. Какая красотка. Держи. Как самочувствие? Ну, это радует. Детям не добавлялось? Давай. Все, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, ребята. Удачи всем. Спасибо, ребята. Спасибо, вы нас спасли. Серьезно, он остался? Вот. Это... Все, да. И да, сейчас Дим еще приедет. Ну, хоть своих напоили. Маши, на камеру. Удачи. Спасибо. Воды нет. Нам дали. Спасайте страшную. Да. Ой, а у меня нет стакана. Давай без стакана. Уже без стакана раздаем. Удачи. Спасибо. Мы сегодня волонтерами побывали. Спасибо. Да. Мы да. На боге воды. Кисайте водой, это у меня речная. Речная. Спасибо. Ой, какие вы умнички. Спасибо. Пожалуйста. Чуть осталось. Таня, как ты? Привет. Нет. А есть просто огонь, там воды нет. Да мы знаем. Ты прям отлично держишься, молодец, красотка. Давай, не останавливайся. Давай, удачи тебе. Таня, удачи. Я крышки подбираю. Да, точно. Давай, открывай. Корсон остался. Спасибо. Красавец. Сам-то пить хочешь? Я уже попил. А, уже попил, но молодец. Я тоже пробежался нормально. Ага. Сколько бежал? Кто там бежит? Ну, туда прошелся до брода. Там два пункта без воды. Сколько до брода пешком идти? А мы не знаем. Мы не ходили. Мы же не бегали. Мы же не бежим. А назад побежал до сих. Где фотки потом искать? Парафон группа. А, хорошо. Адидас, молодец! Хорошая поддержка. Молодец!
хорошо. Он сейчас пьет, и вы сразу... Да, и у нас здесь сейчас... Митина, давай! Митина, вперед! Молодцы! Давай, 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 давай! Молодцы! Красавцы! Так, друзья, те, кто встречает у нас атлетов. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Люба, ну как? Слушай, как я хвалила эту организацию, сейчас это просто какой-то провал. Невозможно взять дистанцию. Первый пункт питания воды 10 километров. Вода есть, стаканчиков нету, ничего нету. Пожалуйста, как-нибудь из грязных ладошек попейте. Потом, после, вообще воды нету нигде. Спасали вот вы, местные жители. Просто организаторы, я не знаю, что они учудили, зачем. Они, причем курагу положили, печенье положили, кушайте, а воды нет. Стаканов не было? Не было. Стаканов не было. Мы из грязных рук пили, потому что до этого была грязь. Буду воду из речки. Что, Люба возмущается? Да. Не, ну, вода из речки. Я тебе дал воду? Ты молодец, все. Я говорю, вот, спасибо. Ну, все, 4 бани забег, ну что хотели? 3 километра, летом. Прекрасная погода, да. Зимой бежать. Я не бегу никогда. Снег можно поесть хотя бы. Летом. Я надеюсь, на Эльбрусе будет получше. А, кстати, мы возьмем с собой воду, да. Вот правильно, не надо бегать такие длинные дистанции. Не надо бегать такие длинные дистанции. А это кто нам говорит? Представьтесь, пожалуйста. Помидоры покидаем. А еще Корс. А еще Корсун бежит. Вовка. А Ревин прибежал? Он самый первый прибежал. А Ревин, Нина прибежали. А нету? 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 Их не было. Покушайте курагу. Их не было, закончились или стаканы? А? Закончились стаканы? На первом пункте не было стаканов, да, они закончились. Жан, побежишь еще? Прибежали. Полтинник, побежишь? Посадки, понравилось? Вот, вот. А потом оставшиеся 2 пункта воды... Иди, иди там, возле палатки, отдохни. Вообще ничего. Просто лежали баклахи вот эти большие, валялись. И люди подходили, там последние капли просто из них вытавливали. Ну, жесть. Мы там забежали в какую-то деревню, попросили воды, нам из колодца налили. Как там? Деревня там живет, там что-то. Давайте, давайте. Лесные колодцы. Вообще побежал. С телевизорами. Какая-то была катастрофа. Миш, как? Как?
Вот так. Хотя все лицо просто красное, как рак. Я сгорел. Практически как побежал. Поздравляю с третьим местом тебя. Да? Сало, ну пожалуйста, придите же уже. Делаем, может, понимаете, да, просто нам придется вашу рыбу съедать и подарки потом вмазывать в себя там крема всякие, масла и так далее. Но... Я уж помылся в душе, переоделся. Ладно, я понимаю, дети не выходят за подарки, не стесняются, но взрослые, это что, друзья? Смотрите, вот даже Ариночка пришла. Ты победила, Арина? Два раза три или три вызвали. И ты победила? Значит, знаете, опять будет, как в прошлом году, помните, когда после детского забега все дети просто вышли на сцену и говорят, ну как бы награждай. Сходи, сходи. А у меня подарков-то один. Я потом выложу и вот скажу, это была что битва. Она вот стояла. Ой, смотрите, какие красивые облака. Все посмотрят, какая красивая. Арсений не идет, хорошо. А где у нас Миша? Миша! Не, подождите, давайте обсудим. У нас тут, походу, опять какие-то интриги, расследования. А, у меня, кстати, есть знакомый Максимова тоже, да. 30? Нет, 10. И я 10. Да ладно, у вас и муж Максимов, серьезно? А я удивился, вот это совпадение. Это совпало так или вот так специально подстроили? И вы и были изначально, то есть у вас девичья фамилия Максимова? А, все, понятно. Ну, то есть просто муж, а, ну да. Вот это старая традиция нашего объединения, чтобы было больше мучений с документами. Так, ну хорошо. Тогда, Назар, у нас здесь Назар, где вы, дорогой? Где Назар? В смысле все? Я, значит, в сторону отправляюсь. Ну все, пока тогда. Кроссовок где-то там, поэтому кроссовок... Ну, нас как-то просто, знаете, с этим награждением. Ребята, пожалуйста. Так, кого? Кто его видит? Малыш. Какой-то парень. В общем, я все слышу. Так немножко в разные стали бежать. Какой-то парень достает. Николай Максимов где у нас? Николай Максимов, Коля. Где Николай Максимов? Будь здоров. Я еще раз будь здоров. Но нету. Так, а Валерия Антропова это кто у нас? Кроссовки старые, если говорить. Нет, ты не Валерия Антропова. Не побежишь. Я не знаю, я не могу, я очень не понимаю, что происходит. А это кубок такой, да? Это за... Я говорил всегда, что детские забеги, это прям очень сложно. Так, у нас есть Арсений Максимов. Арсений, пожалуйста, занимайте ваше почетное, я не знаю, какое это одно из трех. Вы знаете, с детьми, мне кажется, это уже не важно, просто одно из трех. О, где-то шесть, мне Вы босиком не надо тогда. Вот ветка ударила, колка. Я остановила их, и я сразу не поняла. Друзья, аплодисменты Арсению Максимову! Хороший вариант. А где вы? А вы видите сына, нет вашего? Тоже по возрасту что-то, потому что мне 50+. Арсений, вот сейчас здесь мог бы быть ты, а не мама. Узнать. И вот стоял бы ты сейчас здесь, в лучах славы. Нет, это всем дают. Не, про и, дистанцию. Да, это... Такая большая дистанция. Раз, да. Миша, раз, я не знаю, мне нету для километров. Так, хорошо. Далее. Вероника Салова. Вероника, где вы? Или родители, я не знаю. Ну что, Господи, самое тяжелое награждение в моей жизни, когда никто не хочет выйти на стену. На сцену. Вот, наверное, помогало. А вы видели, да? А можно я? Ну, дайте. Господи, нет, конечно, вы что? И что? А как фамилия твоя? В палатке были на поле. Нету у тебя там букв Салова. Так, Валерия Антропова, еще раз. Александра Ермакова. Вероника Салова. Ну, в общем, если вы услышали, что мы вас звали, то вы как бы, ну, зайдите, что ли, к нам на 5 минут, мы так-то вам что-то нададим тут. О, вы кто? Александра Ермаков. А что ты? А я же не знал. Откуда я знал? Ты мне говоришь, зови, я всех зову, стою. Сашенька, да, спасибо большое, простите. Помогите слезть, девушке. Так, Арсению, Миш, надо Арсению надарить всякого. А это что за дети у нас здесь? Тимофей, Егор и... А, это у нас... А, это у нас 3 километров. Дорогие друзья. Лев, Егор, Тимофей, вставайте, друзья, давайте. Так, все, просто нашли список этой... 1 километр, поздравляю вас. Поднимайся на подиум куда-нибудь. Друзья, как вы можете обратить внимание, у нас дети... Не супер
сложно. Так, я понял. Смотрите, три человека. Один говорит, сложно, второй говорит, ну, как бы, очень сложно, второй не очень, а третий говорит, ну, так себе. Соломон, да. Так, рюкзаки, что, в школу будете ходить с рюкзаками с этими? В смысле нет? Почему? На физкультуру, вот. А, я же забыл, куда дети ходят с рюкзаками. Хорошо. Дети, я вообще, конечно, я с вас прям вот получаю огромное удовольствие, знаете, причем... Аплодисменты еще раз нашим прекрасным детям, будущему нашего спорта и будущим атлетам. Так, друзья, девушки 30 километров. Девушки 30 километров, и нам какой-то принесли еще огромный список. Зачем-то. Миш, может, хватит награждать уже, а? Мальчик потерялся, где? Не переживай, Кирилл. Ты знаешь, ничего страшного. Все, ну. Кирилл, нашелся, все. Тихо, 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 тихо. Бывает, бывает. Победители, 30 километров. Т-30, пожалуйста. На сцену. Юлия Конякина, пожалуйста. Юлия Рыжанкова, пожалуйста. Мария Сталина, пожалуйста. Добро пожаловать. Аплодисменты уже. Все-таки, знаете, дистанция ТГИ. Ага, давайте продолжим эксперимент. Так, первое, второе, ну, третья медаль. И третья. Аплодисменты! Я прям хочу спросить, трасса сложная была? Ориентировщики нам всегда, мы, по принципу, по такому бегаем. По какому такому, я не очень понял. У нас всегда болото. А, ну то есть седьмая, сложно или нет все-таки? Ну, скажем так, она была интересная. Витиевато. Интересная была трасса. Так, а вам? А я с отпуском, мне было сложно. А где отдыхали? На Урале. На Урале, отпуск на Урале. Так, окей, суровый, да, отпуск. Так, ну что, я так и не понял. А, ну это же женщины, точно. От них же никогда не дождешься, чтобы они прямо сказали, как бы, да, это же надо. Интересно. Дорогая, как вы там с мужем вчера, вы хотели с ним расстаться? А, это было интересно, дорогой. Это было интересно, да. Даже деталек и не расскажешь. Но было прикольно, правда. Так, ну что, все, Миша, или еще что-то дарим? Сейчас. Знаете, мне кажется, Миша однажды просто упадет в коробку, а там провалится в какое-нибудь царство и не вернется оттуда. Что еще? В следующем году только побежите еще, побегите. Как правильно говорить? Бежите, побежите. Побежите. Или побегите. Побежите. Ну так вот, побежите ли вы в следующем году опять? М? Может, полтос? Нет, ну вы, кстати, знаете, но вы в следующий раз будете мудрее, и после отпуска не приезжайте. Знаете, лучше вот пробежал и в отпуск прям сразу отсюда, а? Дети, плохо дайте. Ну или наоборот. Фу, я устал что-то немножечко. На 45-м километре сели часы. На 46-м, короче, чистый, я встал. Чистые, что-то мне кажется. Ну, видимо, вот эта вот стена. Шел где-то метров 500, а потом потихонечку побежал, побежал, побежал. До этого ты все время бежал? Нет, на 30-м там бежать было невозможно. Да, там вообще вот так. Считай, круто, я. Да. Вот так прям было. Молоток. Отличное пиво. Слушай, я на самом деле очень хочу помыться. Но это я верю. У меня в кроссовках столько говна, ты не представляешь. Это просто Гортекс, вот такая штука. Все входит, ничего не выходит. Ты бежишь плюс 2 килограмма. В прямом или в переносном смысле вот такая штука? Ну, конечно, переносно. Баряну привет передавай, у него с Гортексом. Не приезжай сюда. Оставайся там, все обсуждают. Слушай, ну, мы себя сегодня ангелами чувствовали, на самом деле. Да. А Дима сегодня как гонялся, носился. Вот этот герой. Нам говорят, Митина, мы же типа футболка, все видели, что Митина помогала. Даже расцеловывали на трассе. Да. Я тоже расцеловала, а я там кого-то... Это был я. Будем разговаривать. Все стабильно, да? Так давай. Вот, до 20-го бежали вообще. Пробежали быстро, не заметили. Но бежали без воды. Все надеялись, что вот она появится. И когда на третьем пункте питания воды не было, то
силы нас покинули. Силы. Самым приятным сюрпризом была команда Митина, которая после третьего пункта питания наливала всем пол. Это был прям самый приятный сюрприз. А я попила воды отовсюду. Из всех бутылочек. Жанна, теперь ты можешь самые калорийные фалафели есть. И не бояться. Нет, самый шаурму неизвестно где могу есть. Потому что я сегодня собрала микробы со всех бутылочек, из колодцев и из рек, там, я не знаю, откуда там только я не пила. Ты тоже из рек пила? А? Тоже из реки пила? Катя несет медальки. Катя, снимаем. Снимаем. Трофеи Витебского клуба. Смотрите, какие мы молодцы. Да, вы молодцы. Сколько у нас финишеров 30 молодцы. Километров. Молодцы. Поздравляю. Достаешь медальки? Почем? Да. Достаешь. Почем нонки деревяшки? Бесценные. Говори. Пояснительный комментарий к предыдущей, там что там я говорил, уже не помню, там речи, да, Машенька, специально для Машеньки Астаховой. Спасибо большое за тренировки, то, что очень вот бежал, тебя вспоминал. Да, первые мои 30 километров пробежал я за 5 часов, пульс до 180 не выходил, чему я очень-очень рад. Продолжать заниматься, и, собственно, вот это Вован. Спасибо вам, ребятушки, всем спасибо. Валентин, спасибо. Романыч, спасибо. Заклеил меня. Вон Димону спасибо. Да. Они видны. Да, скажите Роме спасибо. Он вас всех вклеил вчера. Ответственно подошел. Клей. Жоре спасибо. Миша спасибо. Всем спасибо. Сане спасибо. Маме в Америке. Маме говорят еще спасибо. И Господу Богу. Баптист. Вообще, как бы, это я сам и вы. А маман, Я сам. Лёп. Так, мы ведем репортаж из столовой с нашим лидером бегового клуба на 50 километров, который поставил себе цель изначально. Мы на третьем, наверное, КТ спрашивали, какие у него цели. Да. Какие у вас планы на этот год? На этот год у меня такие планы. Я планирую пробежать Суздаль 50 километров и выбежать в Казани сейчас 30 полумарафон. Ну, удачи вам. Спасибо. Спасибо. Вот, он к ним достаточно основательно и целенаправленно подошел. Скажи, какие у тебя сейчас ощущения? Очень положительный, я доволен собой, и это очень здорово, когда ты готовишься, идешь вот к конкретной цели и достигаешь ее, и, ну, эйфория у меня. Ну, это здорово. А как ты готовился вкратце? Какие основные моменты другим бегунам, которые будут готовиться, ты бы назвал? Ну, в частности, к забегу 50 километров. Это нужно делать длительные тренировки и пить витамины, там магний и всякие остальные, и ограничить потребление алкоголя к нулю. Ну и да, самое главное длительные тренировки. Что скажешь тем людям, которые никогда не бегали длительные тренировки? Надо это делать? Да, или... это обязательно надо делать. Я себя чувствовал сегодня на дистанции очень уверенно. У меня были силы, был запас. Запас сил, да, и, ну, очень важно подводиться к старту, бежать максимально приближенную дистанцию к той, которую ты планируешь пробежать. Тогда ты будешь себя чувствовать уверенно на дистанции. А насколько у тебя ожидания и реальность совпали? Что-то было разрознено? Ну, ожидания прибыли, то есть реальность превысила ожидания мои. Я планирую выбежать из 5 часов 30 минут, пробежал 5 часов 18 минут. Но... Сколько у тебя время? 5.18? 5.18. Я правда не хочу сказать, что трасса была очень непростая. Были большие, 40% были большие топи, по которым мы шли там по 9-10 минут на километр. Были большие очереди, и невозможность обогнать никаких участников. А все остальные участки приходилось обгонять. Ребята, бежать было... Тяжело было обгонять? Было очень тяжело, высокая трава, в общем, трасса очень непростая. И если бы это было просто 50 километров, то, я думаю, был бы результат на полчаса лучше. А по трассе какие
ощущения, что можешь сказать про саму трассу? Трасса огонь, да, трасса очень тяжелая, но то есть очень непростая трасса. Минимальное количество прямых участков, на которых можно разогнаться, основной процент трассы — это высокая трава, узкая очень тропинка, или топи, болото, броды. Грязь, да. Лес был на трассе? Был лес, у него было очень легко заблудиться, я вот 3 раза заблудился, меня там 3 раза хорошо по ней выручили. А можешь для организаторов по трассе какие-то комментарии сказать? Нет, трасса была безупречная. Все нравилось. Разметка была каждые 15 метров, и бежать было комфортно. Плюс они выложили трек в интернет, я скачал трек на часы, по нему ориентировался. Трасса была подготовлена очень качественно. Какой у тебя средний темп получился? 6 часов 15 минут. Ну отлично. А когда тяжело было уже, с какого момента? 45-го километра у меня сильный напряг ягодицы было. Это до встречи с нами, да, было? Да, до встречи с вами, и после встречи с вами я бежал, наверное, в качестве хуже, и у меня был такой момент, когда я кричал себе вслух, сам с собой говорил. Ты помнишь, как ты нас поприветствовал, когда пробегал? Я прокричал вам что-то, да. Ты прокричал? Потому что вы меня не видели, и я вам крикнул. И потом я начал кричать себе, я смогу, сам с собой разговаривал. Да, ты нас поразил, что ты во всем черном бежал. Как тебе в черном бежало? Солнце сильно припекало? Нет, солнце припекало не сильно, были броды, и я бежал в черном. В этом был секрет. В этой экипировке у меня были запасные карманы, куда я положил питание и платки. Одним я вытер пот, другой сморкался. Ну, в общем, это было важно. А воды сколько взял, все пригодилось? Или можно было меньше или больше? Намного меньше надо было? На литр было можно меньше взять. Я причем не остался ни одном пункте питания, не пил и не кушал ни одном пункте питания. То есть можно в следующий раз 2 где-то меньше брать, да, получается? Ну, еды надо брать столько же, а воды можно было брать поменьше. Ну, я тебя поздравляю, мы тобой спасибо, гордимся. Спасибо. Давай, успехов тебе, да, удачи. Откуда? Ну, он из Москвы, но на горном берегу. Давай Нижнему Новгороду привет передай. Привет Нижнему Новгороду и Суздаль, а Нижнему Новгороду. А вот она, трофей покажет, трофей снимается. А у меня знаешь, что я сейчас покажу? Смотри, какая тема. За третий год, что ли, бегаешь? Да, да. Круто. Где еще рюкзаком можно? Да, рюкзаком клубом. Я пробежал 10, 30, 50. В следующем году 100, да? Конечно. Да? Вот сюда поставь. Ну, приятно. Да, естественно. А рюкзачок покажи. Это в этом году, да, дали? Да. Классно. Говорили, белка, это вроде кенгура, не белка. Лиса, медпок. А, это лиса? Понятно. Крутой, молодец.
Медальки вешать, а это куда ставить придется. Теперь место освобождать, да? Скажи что-нибудь мужу, чтобы он, это, сейчас ему легче стало. Осознанно подходить к выбору дистанции. Все, больше ничего не пожелаю сейчас, да? Может, он себя увидит по видосу. Увидит, так получится. Если, как говорится, с тобой что-нибудь случится, домой не приходи, да? Ой. Как говорят в фильме, хоть не пьет. Хоть не пьет. Лучше пил. Лучше пил. Давай, давай, давай. Поздравляем! Спасибо. Поддай его там, чтобы пусто не было.